Привет, мои дорогие друзья, с вами Роман. Видео создано в ознакомительных целях, не является призывом к каким-либо действиям. И вот они, мои выплаты. Как я говорил, я даю лишь информацию. Если вам интересны топовые проекты, топовые админы с самого старта, подпишитесь на мой новостной телеграм-канал на английском, ссылочка будет в описании. Вот эти все трончики, друзья, все вывожу с проекта G-Miners. Это топовый проект, легендарный, который работает уже 9 дней. И по прогнозам, сколько у меня спрашивают, будет работать проект. Друзья, скажу так, никто этого не знает, но то, что я слышу по слухам от ребят, говорили, это очень сильный проект. Ну, ему все дают минимум до весны. То есть, все люди верят, что он прям переживет Новый год, потому что, в принципе, это реально при хорошем таком движении. Сейчас зарубежка его очень хорошо качает. И я начал с $10, уже заработал почти $200. Как видите, выплаты, я вам все показываю, все прилетает тут мгновенно. Вывожу денежку каждый час. Это просто, ну, для меня это шикарный проект. Вот, для ознакомления ссылочка в описании. Подписываемся на мой телеграм-канал, чтобы не пропускать такие проекты с самого старта. Тут кто с самого старта, можно было уже заработать, ну, очень много. Я начал ну, с $10. И сейчас мои депозиты уже превышают, можно сказать, $100. Вот сейчас я вам покажу свои депозиты, вы просто, это просто что-то с чем-то. Вот сейчас давайте я вам вот зайду во вкладочку в эту. Мои депозиты, смотрите. Вы посмотрите, у меня депозиты работают. 150 плюс 250 это у нас 400. 600 TRX это $60. И давайте я еще 200 TRX сюда закину. В общем, уже $80 у меня в работе. Причем я уже ничем не рискую, я уже в хорошем плюсе. Благодаря баунти, конечно же, благодаря всяким фишкам, конкурсы. В чате проводят конкурсы. Денежка вот пришла, она просто прилетает, ну не знаю, за миллисекунды. И вот по статистике, посмотрите, почти $200 я вывел отсюда. Тут вот $140 почти в TRX-ах. Тут вот 12,7. Еще что-то, нет, больше ничего не выводил. Вот, ну тут больше 150. Ну, в общем, до вечера вот от $200 набежит. Почти, ну, вообще налегке. Не надо ходить на работу. Причем все растет в геометрической прогрессии. Как я говорил, я тут только начал свой заработок. И я думаю, что в декабре месяце уже мой депозит будет там 500, там $1000. И это все будем крутить. И такие выплаты, такие чеки будут прилетать. Вот люди, которые сюда не присоединились еще, я вот прям это вижу, я чувствую, что сюда зайдут все. Потому что люди будут видеть чеки. Вот самое главное для людей. Уже сейчас людей мучает жадность, что они не зашли раньше, они уже сейчас заходят. Вот у меня сразу со старта некоторые не заходили. Говорили, что там не знают, как будет работать, что много скамов. Нет, это не тот админ, это легендарный админ. Его проект BitBrain, я вам уже скажу по инсайду, работал 26 дней. 26 кругов, а тут у нас круг, ну, на 7 дней, и проценты поменьше, тут круги вот на 7 дней, на 3 дня, так что впереди у нас, тут только 2 круга прошло, давайте даже вот возьмем там 24 умножить на 3 дня, у нас еще есть, ну, минимум 2 месяца, то есть, это у нас декабрь, январь, ну, и как бы тут ревка даже еще меньше, всякие плюшки, люди ему дают прям до весны, это, ну, просто спокойно. Поэтому все делают реинвест, я чутка усилюсь, я хочу, чтобы денежки мои работали. И, кстати, мне думают некоторые, что блогерам платят за то, что они делают видео, там, они рискуют не своими деньгами, им админы там дают на депозит. Такое есть, но в этом проекте рекламы вообще никто не давал, потому что все знают инсайд, и все блогеры, все заходят на свои. Поэтому я также захожу на свои, рискую тоже своими деньгами, чтобы не думали, что мне кто-то что-то платит. Там и так далее. В других проектах я этого не скрываю. У меня есть такие проекты, вы знаете какие-то проекты, они у меня, вот, я просто не везде могу это говорить, скажем так, потому что если админ, допустим, выделяет какой-то бюджет, и я скажу, я вот захожу не на свои деньги, но это будет как-то уже не то. Поэтому в некоторых видео я просто этого не говорю, люди это и так, ну, понимают как бы. На телеграм-канале у меня есть ссылочка, есть меточка Personal Choice. У меня телеграм-канал на английском. Personal choice, это значит личный выбор. Это значит, я инвестирую свои деньги, рекламу никто не покупал. То есть,
Вот, и такие проекты, ну, живут, конечно же, гораздо больше, потому что не идут деньги с кассы, не идут деньги на листинги. Нет, это называется листинг. Вот, блогерам платят денежку, называется это листинг. Конечно, в этом ничего плохого нет. Это реклама, это маркетинговый ход на любом футболе. Там Coca-Cola рекламируют какие-то плакаты, баннеры. Этим людям тоже всем деньги платят. Идет зарплаты футболистам. Поэтому это как бы, ну, нормально, ничего там плохого нет. Но если учитывать саму статистику, вот саму кассу, поэтому этот проект работает. Вот эти проекты, они работают годами. И скамов там, ну, гораздо на порядок меньше, чем те проекты, которые по листингу. Поэтому, чтобы вы знали, я вам открыл небольшую тайну, что все работают вот в основном вот сейчас вот по листингу. Вот люди, вот даже некоторые блогеры, они боятся там, не знаю, там 5-10 долларов, для них там деньги большие. Хотя можно заработать и на ревке, можно заработать на баунти. Вот, и тут можно заработать, ну, больше этого листинга, ну, не знаю, ну, в сотни раз. Поэтому никаких листингов, вот, тут чисто все по-честному, тут все справедливо для всех. Такого нет, что у кого-то что-то лучше, у кого-то хуже и так далее. Вот, в некоторых проектах у меня всякие тоже есть плюшки для моих партнеров. Тут просто нет такой функции авторевбек, но он тут и не нужен, тут ревка 2%. Поэтому следите за новостями, следите за моим телеграм-каналом, мне это будет очень приятно, будет меня мотивировать. Вот такой был проектик, я еще сюда усилился, разогнался уже очень хорошо, 80 долларов в работе. Начинал, смотрите, я со старта, 9 ноября 100 ТРХ зарядил всего лишь. И сколько я уже заработал? Ну, это разве не топовый админ? Я считаю, что админ просто пушка, и выводить могу каждый час. Вот уже набежало, вот уже пока видео делал, вот уже тут что-то набежало. ТРХ-ики тут еще не набежали, но каждый час просто вот... У меня не каждый час, а там каждые 15 минут, так как у меня 4 депозита. Ну, там, ну, примерно один, может, там через 5 минут там начисление придет, другой там. Вот, ну, как видите, тут по 47, тут этот через 58 минут придет. Вот так вот работает все. Так, риски, конечно, есть, я даю только информацию. Это не призыв и не финансовый совет. Вам большого профита, ну и до новых встреч.